Дети с ограниченными умственными и физическими возможностями особенно нуждаются в заботе и понимании взрослых. Общественники регулярно проводят благотворительные акции. Вот и на этот раз коллектив махачкалинской автозаправочной станции «Оригинал» посетил дом-интернат «Забота». Они принесли с собой вкусности и подарки, а самое главное, оказали ребятам моральную поддержку. Хамза Нурмагомедов расскажет подробнее. В этом интернате пребывают более 100 детей. Все они без сохранного интеллекта. Большинство из них родители бросили еще в роддоме. В отделении милосердия детишки еще и физически неполноценные. Они не могут самостоятельно передвигаться, а кто-то постоянно лежит или сидит. Им нужен особый уход. Именно их постил коллектив «Оригинала». Я даже не могу сказать, выразить эти словами, когда у нас дети здоровы, у кого-то больнее. Это все от Всевышнего, но тем не менее я желаю всем, чтобы у всех были здоровые дети, дала здоровье семье, детям, всем. И тем не менее, чтобы мы не забыли больных детей тоже. Чтобы мы часто посещали такие места, сделали добро. Гости принесли с собой фрукты, сладости и памперсы. Но самое главное, они подарили детям любовь и внимание, которого они лишились от своих родных родителей. Гости нас балуют своим вниманием. Сегодня к нам пришли с подарками АЗС «Оригинал». Вот. Хочу сказать большое спасибо за то, что у вас было время, а главное – желание прийти к нам. Наши дети, если вы заметили, очень любят гостей, и вот это внимание дорогого стоит. Несмотря на физические и умственные трудности, эти ребята проходят курс лечения и получают полноценное образование. Помимо постоянного пребывания здесь есть и дневное. То есть родители каждое утро приводят ребенка в интернат, а вечером забирают. В интернате уютно, тепло, а самое главное – чисто. Остается почаще уделять ребятишкам внимание, ведь чужих детей не бывает. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Долгасанов, телеканал ННТ, Махачкала.